Тему анимации в After Effects мы вынесли не просто в отдельный урок, а посвятили ей целую главу. Даже если вы не моушен дизайнер, а скажем специалист по композитингу или монтажер, занимающийся стилизацией своего видео, вы не можете просто так взять и обойтись без базовых принципов анимации, так как в After Effects на ней завязано все. Ну а те, кто хочет получить не только базу, а еще и виртуозно загибать кривые у ключевых кадров, создавая действительно крутой моушен, найдут в этой главе максимум полезной информации и практики. Глава построена так, что вы всегда можете к ней вернуться и освежить для себя тот или иной момент, связанный с анимацией.